Триумф ТВ запускает новый проект – интернет-телевидение. Если раньше этот вид средства массовой информации казался чем-то удивительным и необычным, то теперь он начинает стремительно набирать обороты, привлекая огромную зрительскую аудиторию. Эта тенденция вполне обоснована, так как возможности данного ресурса действительно безграничны. В Российской Федерации зарегистрирован новый телевизионный канал «Триумф России». Телеканал «Триумф России» – это российский национальный интернет-проект, который создан для поддержания и развития культурного и социального уровня России. В задачи телеканала входит освещение актуальных событий, создание тематических сюжетов, творческих проектов, исторических очерков, авторских проектов о России и россиянах. Проект носит полномасштабный федеральный уровень и призван отражать жизнь всех регионов России. Телеканал «Триумф России» сегодня – это динамично развивающаяся телекомпания, занимающая нарастающие позиции в информационном интернет-вещании. Главная особенность интернет-телевидения – это удобство и предоставление многочисленных функций. Жанровую структуру вещания телеканала «Триумф России» составляют информационные программы, телепублицистика, ток-шоу, документальные фильмы, трансляции спортивных и общественно-политических событий, зрелищных мероприятий. Канал ориентируется на программы социального звучания с акцентом на волнующие всех проблемы, взвешенную информацию, острую публицистику, качественную аналитику, разнообразное документальное и детское вещание. Основная задача телеканала – отразить жизнь глубинки и отдаленных регионов, подчеркнуть значимость единства и территориальной целостности России, показать жизнь простых людей, их невзгоды, радости, быт и веру в возрождение величия и процветания России. На наш взгляд, духовная мощь России в простых людях, живущих вдалеке от больших городов и неискушенных псевдоценностями морали и нравственности. Интернет-канал будет существовать на технической базе компании «Триумф ТВ». А это значит, что ему будет гарантировано обслуживание командой профессионалов и, в первую очередь, создание контента, прямых репортажей, эксклюзивных съемок, оригинальных передач. Сегодня творческие и технические возможности телеканала «Триумф России» позволяют создавать качественные и рейтинговые программы различных жанров. Концепция канала подразумевает трансляцию в прямом эфире телевизионных проектов, специальных сюжетов и прямых репортажей из различных регионов России. Сотрудничество с регионами помогает нам глубже понять интересы и предпочтения жителей не только столицы, но и российской глубинки. Весь контент телеканала производится на основе собственных производственных мощностей и по оригинальным сценарным решениям. Это позволяет четко соответствовать запросам аудитории и оперативно реагировать на ее пожелания. «Триумф России» создан по специально разработанной интернет-технологии, позволяющей создавать многоуровневые разделы и категории. Технологии вещания канала «Триумф России» позволяют решать сложнопостановочные задачи в эфирном цифровом качестве и осуществлять трансляцию программ в высоком разрешении в соответствии с мировым стандартом вещания. Учредителем телеканала «Триумф России» является компания «Триумф ТВ», более 7 лет работающая на рынке телевизионных и рекламных технологий. Успешный опыт реализации крупномасштабных проектов позволяет компании «Триумф ТВ» создать и структурировать новый телеканал на должном современном уровне. «Триумф ТВ» начинает проект, который сможет удовлетворить информационные потребности самого взыскательного зрителя. Каждый сможет выбрать для себя интересующее его направление – научное, историческое, политическое, развлекательное, образовательное и многие другие. «Триумф России» – телеканал, освещающий все многообразие духовной, интеллектуальной, социальной, научной, политической и финансово-экономической жизни России. Мы находим зрителя для каждого сюжета и даем возможность каждому герою найти своего почитателя, завоевать его доверие и внимание. Наша цель – создание образа великой России как могучей, богатой, процветающей и свободной страны. Отражение жизни людей различных культур и конфессий должно работать на сплочение страны, подлинного национального единения, поднятие патриотического духа, воспитание новых поколений в любви к родине.
Thank you.